Что мне сказать? Во-первых, я гость Украины, приехал к своим друзьям просто навестить на свой отпуск. И помимо этого меня пригласили вот такой вот тур по Чернобылю. И так как я частично знаком, играл в игру всем известную, например, в «Сталкера», все части, естественно. Я тоже ходил по этим землям, и было очень интересно узнать, как они выглядят, как они изменились, что в реальности есть. В реальности мне очень понравилось. Понравилось именно то, что почти по всем объектам игры мы прошлись. И я увидел это все в реальности. И даже, так сказать, если я ничего бы не знал об этом месте, даже не видел, экскурсовод сам просто тоже очень интересно рассказывает. Вообще активно идет разговор между всеми участниками тура. Я думаю, что если у вас есть время, в принципе, стоит навестить это место, тем более, если вы знаете историю и смотрели какой-то фильм, есть какая-то причина навестить, я думаю, что это стоит сделать.